Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джана Самаюктам Винда Банам Манохари Банча Калпатару Ваша Кипа Синду Бевача Патитанам Павани Бхавишна Вебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вача Лам Пангум Лам Хайти Гирим Ят Кипа Тамахам Ванде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсиде Бхай Пиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскитта Нарун Чайва Нараттама Девин Сарасатин Весам Тато Джайо Мудире Шанкитта Не Кришна Катхупадеша Гаурия Патрешва Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дайям Сада Парибхавагнам Абишта Духам Тетас Падам Сива Виринчинутам Сараннам Питатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ят Пада Паллава Накачандамани Чатая Бишпуриджита Гмабигабабадуша Дарши Пурнанурагра Сасагра Сарамурти Шарадхикамай Када Крипам Каруса Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама Рама Харе Аджану Ламмита Бхужау Канука Бадату Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшау Вишамбару Дижабару Джугадхарма Палау Банде Джагат Приякару Каруна Батару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасинитам Бхаванурупенна Саданаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вивишитавам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Барана Сипурапати Бхаджавишанатам Ваги Саджасва Бадане Лакшмир Джасва Чабакшаши Джасьясти Хиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Jatsakta yavadatam badinam vai vivada sangvad bhubo bhavanti kurvanti jaisam muratmamam tasvainamananta gunayogunni Jatsakta yavadatam badinam vai vivada sangvad bhubo bhavanti Kurvanti chaisham muhuratmamo tasmai namo anantagunaya bhumne. Gaudiya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Шришила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, Парамахамса Джагангуру сказал, The day we can find, we are helpless. No protector all around us. Когда мы поймем, что мы беспомощны, что никто не может защитить нас, что мы беззащитны, окружающий мир предстанет перед нами в виде страшного зверя, который вот-вот нападет на нас. Шришила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупада Парамахамса Джагадгуру said that Шрила Прабхупада сказал, что когда мы осознаем, что нас никому защитить, что мы беззащитны, in that case all the surrounding situation can take a very fearful form. Все окружающее, мы видим все окружающее в What do you mean by protection? We have protection. Образе. We have our bank money, deposit money in bank. Страшного демона. We have our husband. Сейчас мы полагаемся на наши деньги, на банковский счет, на мужа или жену, на отца и мать. You don't understand. Нам кажется, что они защитят нас. I'm not speaking about protection of this. Но я сейчас не говорю о материальном теле, которое состоит из плоти и крови. Я говорю о защите настоящих вас, вас настоящих, вашей души, атмы. Когда Гаджендра молился Бхагавану, он молил о многом. Но в конце он заключил, Бхагаван, не думай, что я молюсь тебе в надежде, что ты защитишь мое материальное тело, тело слона. Какой смысл в этом теле? Что мне делать с ним? Оно бессмысленно. Я в этом теле совершать баджан не могу. Соответственно, мне это тело особо не нужно. Я молюсь тебе, молю тебя о том, чтобы ты защитил меня, то есть мою душу, меня настоящего. Как только мы осознаем, что никто в материальном мире не защитит нас, что если мой гуру и вайшнавы прогонит меня, если мой Гурудев отвергнет меня, мне нигде не найти прибежище, нигде не найти спасения. И никто уже точно меня не защитит. Не найти в 14 мирах прибежище, если мой Гурудев отвергнет меня. Что хотел сказать Прабхупад этими словами? Он хотел сказать, что если рядом нет гуру и вайшнавов чистых, чистых преданных, то нам негде искать защиты и спасения. Гуру и вайшнавы всегда стремятся помочь нам, стремятся спасти нас, защитить. You can see the situation.
Если вы, пренебрегая вайшнавами, хотите наслаждаться, вы можете сделать это и посмотреть на последствия. Гуру и вайшнавы — наши настоящие защитники. И до тех пор, пока они проливают на нас милость, мы можем чувствовать себя в безопасности. Мы хотим находиться под полным контролем гуру, вайшнавов и Верховного Господа. Карма-канда невероятно опасна. Даже сама осознавшая себя души боятся ее. Поэтому Прохлад Махараджа говорит Нарсингхадеву: «Я не боюсь твоей ужасающей формы». Не боюсь твоего устрашающего облика, но чего я боюсь? Я боюсь материального мира. Карма-канды. Я боюсь, испытываю страх этого опасного материального мира, который, несомненно, убьет меня. Он разрушит мою духовную жизнь. Этот материальный мир бессердечен, безжалостен. Не думайте, что вас спасут отец, мать, жена, муж. Они безжалостны. Они безжалостны. Я говорю вам с уверенностью, что они не спасут вас от смерти. Лишь Шудха, Гуру и Вайшнава могут помочь. Таким образом, они мои вечные друзья. Гуру, Вайшнава, Бхагаван. И это необходимо понять и никогда об этом не забывать. Карма-канда, материальный мир, настолько опасен. Пусть Бхагаван, я вновь и вновь молюсь лотосным стопам Бхагавана, чтобы он защитил меня от пратиштхи, от желания славы и почета. Я хочу умереть неизвестным в уединении. В противном случае, если я возжелаю пратиштхи, я столкнусь с огромными препятствиями. Карма-канда, материальный мир, мир майя, ужасно опасен. Карма-канда, материальный мир, безжалостен. Карма-канда означает жестокость, означает эгоизм. Прежде чем кому-то что-то проповедовать, исправьте себя. Прежде всего, посмотрите на себя, примените к себе те мерки, о которых хотите говорить, проповедовать. Вы должны прежде всего осознать, в каком состоянии, на каком уровне сейчас вы находитесь. Чего не хватает Индрия? Может быть, ему не хватает денег или славы? Нет, у него всего этого предостаточно. Однако он испытывает неудовлетворенность. Его нельзя назвать счастливым. Индру нельзя назвать счастливым. Несмотря на то, что он управляет райскими планетами,
Муни, те, кто постоянно вовлечены в Харикатху и Киртан, испытывают отвращение к материальной славе, почету. Наш Кришнадас Бабаджи Махарадж, ученик Прабхупады, свои последние дни провел в Нандаграме. Я часто посещал его там. И позднее, после его ухода, я посещал его Баджан Кутир. И так в последние свои годы он жил там и повторял Харинам беспрестанно. К нему приходили преданные, предлагали поклоны и спрашивали: «Как ваше здоровье? Вы в порядке? Все ли у вас хорошо?» А Бабджи Махарадж говорил: «Идите, идите отсюда, уйдите от меня». А если кто-то приходил, предлагал поклоны и говорил: «Махарадж, я глупец из глупцов. Пожалуйста, скажите какую-нибудь харикатху, скажите мне что-нибудь». То есть тех, кто напоминали ему о материальном теле, здоровье, он прогонял. Но если преданные приходили, чтобы услышать Сиддханта Вичар, задавали какие-то вопросы относительно духовной практики, он отвечал на их вопросы, проводил время с ними. Осознание, которыми обладают гуру и вайшнавы, непостижимы для нас. Своим мирским умом мы их осознать не можем, понять. Чистый преданный, самоосознавшая себя душа, постоянно занята баджаном. И если вы станете предлагать им какие-то материальные блага, материальные вещи, они откажутся от них. Им они совершенно не интересны. Потому что им не нужно ничего общества. Они одни. Но на самом деле, что значит их одиночество? Да, они постоянно одни. Гуру Кишор Баба, он все время жил, казалось бы, один, но это не так. Их одиночество — это общество Гора Паршада. То есть общество их Гуру Варги, общество самого Гауранги Махапрабху и Кришны. Они не бывают одни. Они всегда с их Гуру Варгой. Итак, несмотря на то, что нам может казаться, что Индра, обладатель несметных богатств, счастлив, но это не так. Я думаю, что до конца своей жизни он так и не испытает настоящего счастья, то есть имеется в виду настоящего удовлетворения от своей жизни. Думаю, что все вы знаете историю о том, как Индра пренебрег своим духовным учителем, не выразив ему почтения. Брихаспати зашел в зал, но Индра даже не обратил на него внимания. И тогда Брихаспати исчез, ушел. Он знал особую мантру, при помощи которой он мог перемещаться за секунду. И тут же Индра осознал, что совершил огромное оскорбление. Он уже был готов попросить прощения у своего гуру, но это было невозможно, поскольку Брихаспати уже исчез.
Затем он начал совершать различную благочестивую деятельность, такую, как проводил яги, и затем по наставлению Брамы он решил принять Вишварупу как своего духовного учителя. Несмотря на то, что по отцовской линии он принадлежал к демонам, а по материнской — к полубогам. И для того, чтобы провести ягью, был необходим гуру. Поэтому ему пришлось принять Вишварупу как своего гуру. Но во время ягья Индра обнаружил, что Вишварупа предлагает, читает мантры на благо демонов, на благо своей отцовской линии. Индра ужасно разгневался, увидев это, и, не задумываясь, в тот же миг схватил саблю и снес голову Вишварупе. То есть таким образом он совершил сразу несколько оскорблений. Прежде всего, он прекратил ягью в процессе ее в самом разгаре. Во-вторых, он уже принял у него прибежище как у гуру. Соответственно, он убил своего гуру. А в-третьих, он убил брамана, что само по себе является большим грехом. И затем было решено, что грех за убийство Вишварупы будет разделен на три части. И взяли грех на себя деревья, которые проявляются в виде сока. Взяли на себя грех женщины, которые, и это проявляется как критические дни. Также на воде, вода взяла на себя часть греха, и на ней, на ее поверхности появляется пена. But pure devotees, they cannot make them something sick, like Bhaktivinoda Thakur. For some time he is feeling sick and all some family members feel sick because of biscuit. So it is possible for the time. But due to bhakti, they can go out anywhere. So Trashta going to arrange one jagya. They wanted to destroy Indra. They wanted to make jagya from jagya. Попросили помощи Трошха Нанданы. Он устроил большую ягью из... для того, чтобы... отомстить за смерть сына была за смерть убитого Вишварупы была устроена огромная ягья, из пламя которой должен был выйти демон, который отомстит Индре, который убьет его. Но поскольку была совершена ошибка в
произнесении результат получался полностью противоположный. Из пламя вышел Вритрасура, огромный демон. Но поскольку мантра была произнесена неправильно, он не смог убить Индру, а Индра убил его. И, конечно, это произошло не так быстро, и Индре потребовался целый год, чтобы сделать это. Стало известно, что они смогут убить этого демона, лишь если у Индры будет тело из костей брахмана. Простите, если у Индры будет меч из костей брахмана. Они обратились к Даричи Муни, и тот расстался с жизнью, чтобы у Индры появилось это оружие. И затем Индра начал битву с Вритрасурой, и когда он уже поверг его, ему потребовался целый год, чтобы... срубить его голову, чтобы обойти ее. И, то есть таких огромных, колоссальных размеров был демон. That the share Agni going to carry and give to that Indra. But Indra fasting because where from can? Cannot get. After that again problem. All Munirishi, they get together to find one solution. They wanted to arrange one Ashwamedh Yagya. After that, затем Муни решили провести Ашвамеда Ягью. Благодаря которой Индра был спасен. То есть у Индры постоянно возникают какие-то проблемы. Да, они возникают не сразу же, не одновременно, но время от времени постоянно что-то происходит. И таким образом жизнь Индры далеко не такая, какой мы ее себе представляем. Бхагаван говорит, что если вы хотите обрести абсолютное благо, нет другого пути, кроме чистого преданного служения. Я сейчас обратите внимание, речь идет не об обычном преданном служении. Да, обычное преданное служение — это тоже неплохо. Но, как говорится в Бхагаватам, мокшакам ударади тибрена бхакти йогена джажета пурушам парам. We have different kind of demand. Обычное преданное служение подразумевает под собой желание каких-то выгод. Но Шримад Бхагаватам говорит, что при любых обстоятельствах, если у нас стремление к материальным благам в сердце или нет, мы должны совершать баджанс, должны совершать преданное служение. Допустим, мы то есть, если мы будем поклоняться кому-то из полубогов, они исполнят наши желания, но не более этого. Если нам потребуется их помощь, они не смогут нас защитить. Бхикасу doing bhajan of sankha, going to do fire sacrifice,
Finally, Shankar not coming. When he is going to give flesh from the body, cutting. Still Shankar then finally wanted to take the cutter and cut the throat. Говорит, Расура совершал аскезы для того, чтобы Шива исполнил его желание. Он отрезал куски плоти и призывал Шивджу, то есть тем самым совершал аскезы. И он уже готов был перерезать себе горло, и тогда Шивджа не выдержал и явился к нему. Он спросил, чего ты хочешь? Я хочу такое благословение, чтобы на кого бы я не положил свою голову, на чью, точнее, руку, на чью голову я не положил бы руку, он тут же бы умер. И Шивджа согласился, пусть будет так. И он говорит, давай иди сюда, я проверю, говорит Шивджа. Я должен проверить, работает ли твое благословение. И погнался за Шивджи. Говорится, что он сделал это для того, чтобы избавиться от Шивджи, чтобы наслаждаться Гоури, то есть Гоури его супругой. И Шивджи бежал, бежал от него. В конце концов, он взмолился Бхагавану. Сначала он прибежал к Брахме. Брахма говорит, я помогу тебе, но сначала ты мне объясни, какая проблема, что у тебя случилось. Точнее, это был Вишну. Когда Шивджи, то есть он спрятал Шивджи и стал разговаривать с ним. Он говорит, ты что, ты веришь Шивджи? Да он же, никто, все знают, что он сумасшедший. Как он, какие благословения он может дать тебе? Он живет в крематории. Ты что, правда думаешь, что его благословение работает? Проверь, проверь, ничего не работает. И тогда он поднес руку, положил свою руку на голову и ему пришел конец. То есть смысл в том, что полубоги могут исполнять материальные желания, но ничего более, но не более этого. Бхагаван говорит Удаве. Да, кто-то может совершать тапасью, но мы знаем, что нет ничего выше и благоприятнее, чем преданное служение. Is going to put you in trouble, then you can call Bhagavan. Okay, I can protect. But all demigods, no, you ask me, I give. Если вы будете станете просить что-то у Бхагавана, и он исполнит ваше желание, а потом вы будете страдать от этого и попросите помощи у Бхагавана, он защитит вас. Но в случае с полубогами, они только исполнят ваше материальное желание и не дадут вам то, в чем вы по-настоящему нуждаетесь, не смогут защитить вас. Вчера я говорил о чистых преданных и преданности. Я говорил о том, что если по милости Гурудева вы
почувствуете сильнейшее влечение к Харе Катхе, это не что иное, как Сваруп Сидда Бхакти. Постарайтесь наблюдать за собой. Не стремитесь общаться с людьми. Не стремитесь общаться с кем попало. Стремитесь к чистому обществу. Слушайте Харикатху от Шрилы Шридхара Госвами Махараджа, Шрилы Шридхара Госвами Махараджа, других чистых преданных. Если вы хотите действительно общаться с кем-то, вы должны найти чистого преданного. Но наша Гурварга говорит, что сейчас век Кали, поэтому не так просто найти чистого преданного. Кешава Госвами Махарадж также говорил об этом. Прабхупад. Но если в настоящий момент у вас нет должного общения, ну, может быть, чистые преданные присутствуют, но мы не можем его обнаружить. Поэтому наши ачарьи учат нас, что необходимо общаться с читанием Бхагаватой, то есть принять прибежище читания Бхагаватам и жизнеописание спутников читания Махапрабху дадут нам милость. Но они вечны. И несмотря на то, что сейчас здесь они непосредственно не находятся, они вечны. Вот, например, представители нашей Гуруварги, когда они были здесь, на Навадвипе, Гуркшас Бабджи, Махараш Прабхупад, они постоянно, наш Гурудев, они постоянно получали даршан спутников Махапрабху. То есть они постоянно лицезрели их здесь. Почитайте киртан, киртаны, которые написали наши ачарьи, и по каждой строке можно четко увидеть, что они непосредственно общались, находились в их обществе. Шрила Бхактивинода Сиддхарта Госвами Махарадж постоянно призывал «Гор Нитай Харибол». Он взывал к ним так, будто бы тонет, будто бы нет другого спасения, кроме как призывать их. И Гор Нитай приходили к нему. Жаль, что вы не понимаете бенгали, но сейчас я читаю и объясняю прямо Вивартху Джагадананда Пандита, в которой он говорит. В Кали крайне сложно найти чистого преданного. Век Кали невероятно сложно найти преданного, чистого преданного. Об этом говорит даже Синдра. Он говорит, мой гуру Брихаспати сказал, что в век Кали крайне сложно можно встретить Махабхагавату. Крайне трудно найти Махабхагавату Вашнава. Но именно в этот Кали-кал все иначе. Потому что в этот век Кали пришел сам Гауранга Махапрабху. Поэтому все дела обстоят иначе, лучше, чем в другие века Кали. After knowing that in Kalikal to get a pure sadhu is very rare. So to show us acharan, shavakte ibhoshudyam, nijabhajana mudram upadisham, sachaitanya kingime, punarapidishvarya swatipada. To Gauranga Mahaprabhu wanted to show all bhajan mood, intricate bhajan. Gauranga Mahaprabhu
показывает, всем своим поведением показывает нам пример. Он показывает, что насколько, то есть каждое его действие показывает, насколько глубокий баджан он совершал. Век Кали, тапасья не дает никаких гарантий, что вы достигнете желанной цели. Когда я был на Говардхане, я часто видел, как преданные, как люди совершают парикраму вокруг Говардхана дандават пранамами. Дандавата парикрама. И зачем они делают это? Существуют также и другими способами пытаются достигнуть желанной цели, но зачем они это делают? Потому что в их сердце много желаний, которые они хотят исполнить. Я знаю преданных, которые совершали парикраму, дандават пранама, дандават парикраму падали, отходили от преданного служения. Потому что, как я говорил вчера, любой вид преданного служения, что бы мы ни делали, должно осуществляться под руководством намы, под руководством святого имени. Но, как правило, люди совершают дандават парикраму вокруг Говардхана для того, чтобы исполнить свои материальные желания, для того, чтобы они воплотились в жизнь. Никто из представителей нашей Гуру Варги этого не делал. В шастрах Бхакти Расамрита Синду говорится, что тапасья подобного вида запрещена век Кали, потому что она иссушает сердце. То есть не имеется в виду не только дандавата пранамы, парикрама, имеется в виду разнообразные аскезы. Например, пост, строгий пост или отказ от сна. И постепенно от таких аскез сердце становится все жестче, и бхакти покидает его. Итак, наши аскезы — это экадаши, следование экадаши, джанмаштами, контроль над органами чувств при помощи харинама санкертаны, других особых аскез не предписывают совершать Прабхупада и другие представители нашей Гуру Варги. И в то же время мы не имеем права следовать, подражать Гуркшардас Бабджи Махараджу, потому что он находился на особом уровне, которого мы еще не достигли. Этому есть много примеров из Шримад Бхагаватам, Махабхараты, Рамаяны и так далее. Те, кто совершает йогу, прикладывают много усилий, но, как правило, на полпути они лишаются всего. Так и не добившись результата. Вспомните, Саубари Муни 60 тысяч лет совершал баджан. Но затем он совершил оскорбление лотосным стопам Гаруда Бхагавана. Его сердце проснулось в вожделение. Можете себе представить, 60 тысяч лет. Напрасно. Он в конце концов решил жениться на дочери Мандаты. Он был старым человеком. Он был очень умен,
part of this palace, and all daughters want to marry him. So all 50 daughters at a time married. He's playing with 50 daughters. After that, going to tear up his hair. В общем, он женился, в конце концов, на всех дочерях этого человека. Но спустя какое-то время он опомнился и начал буквально рвать на себе волосы. Что я наделал? 60 тысяч лет непрерывных аскез потеряны. Вишвамитра Муни совершал баджан, но из-за Минаки он точно так же лишился результатов своих аскез. Шанкар Бхагаван, казалось бы, тоже совершает аскезы, но он делает это. Он делает это, руководствуясь любовью к Господу, бхакти. Никто в этом мире не может превзойти, преодолеть Майю. Сам по себе. Никто не может бросить вызов Майе. Не руководствуясь милостью Гуру Вайшнавов. Без милости Гуру Вайшнавов это невозможно. Чистых преданных Майя не трогает. Прабхупад говорит, что мы не сражаемся с Канака Камени, мы пытаемся сделать так, чтобы они ушли от нас сами по себе. Потому что они представляют собой Майю, которая с которой мы не можем сравниться силой. То есть Майя настолько могущественна, что нам никак не превзойти ее без милости вайшнавов. Как мы знаем, Ранти Дев достиг успеха путем карма Мишра Бхакти. Но такие результаты очень такие случаи очень редки. Даже в этом случае необходима милость Бхакти Деви. Об этом говорится в Читании Чаритамрите. Гьяни, йоги так или иначе, прямым или косвенным образом получают милость Бхакти Деви, поддержку от Бхакти Деви, и тогда они достигают успеха. Таким образом, никто не может превзойти Майю без милости Бхакти Деви. Без Бхакти Деви, какие бы аскезы вы ни совершали, смысла иметь не будут. My bhakti is so urjita, so bright, so nice, full of, you know, power. Urjita. Urjita means who is going to flourish. Моя бхакти, говорит Бхагаван, настолько могущественна, что с ней ничто не может сравниться. Она расцветает, словно цветок. Картикаврат называется Урджа-врата, Урджешвари Радхарани. Урджешвари означает сияющая. То есть сияющая личность, то есть так, кого, с кем никто не может сравниться. То есть свет, которого, ярче которого нет во всех мирах.
plain. Even in dream, no contamination. I mean exactly. Ее никто и ничто не может осквернить. Радхарани делает в точности то, чего желает Кришна. То есть она угадывает желание Кришны, она знает желание Кришны. И в точности исполняет его желание. И чаще всего делает это не напрямую, а через Сакхи Манджари. No sadhati ma. Sadhati meaning cannot satisfy. No sadhati yoga. Many people can do yoga. By yoga, you can get the partial expression of Bhagavan. Prabhupada speaking, Paramatma, maximum. Прабхупад говорит, что при помощи йоги максимум мы можем осознать Параматму. Then you can find Bhagavan inside your heart. Осознать, что Бхагаван в нашем сердце. Это максимум. Но это далеко не полноценное знание, сознание. Максимум достигнуть Брахмы, сияние Брахма-джьоти. Частичное понимание Параматмы, но благодаря бхакти мы можем достигнуть служения, непосредственно служения Бхагавану. Paro isho anubha, the highest feeling about that parameshwara, parishana. Когда бхакти появится, проявится в вашем сердце, вы больше желания материальных наслаждений у вас точно не появится. Но если вы достигнете успеха на пути гьяны, нет никакого, нет никакого гарантии, что материальные желания вновь не одолеют вас. Bhagavan wanted to say with mystery, relationship with me. Like in Chatusvagi Bhagavan, Jnanam Paramam Guhyamne Yad Vijnanasam, that Jnan, same Krishna speaking. Same Krishna speaking. To Arjuna, Nahi Jnanena Sadrishyam Pavitra, Pavitra Miha Vidyate. Same Krishna speaking to Buddha. То знание, которое Кришна дал Арджуне на поле боя Курукшетры, о гьяне он поведал Иудаве. Имперсональная гьяна не сможет помочь тебе. Скорее наоборот. Подобное знание убьет тебя. Кайвалья — это единение с Бхагаваном. То есть такая сильнейшая любовь, когда вы не можете оставить его ни на секунду. Что такое санхья-йога? Можно ли достигнуть счастья благодаря санхья-йоге? Попробуйте. Больше не приходите, оставьте бхакти, и с завтрашнего дня начните санхья-йогу, практикование. И вы поймете, вы сразу же почувствуете разницу. Не слушайте больше ни харикатху, ни киртан, и начинайте изучать санхья-йогу. Прокрите пуруша-йогу.
Весь материальный мир образовался благодаря соединению Пракрити и Пуруша. На самом деле, Пракрити — это материя, но для того, чтобы... То есть в этой концепции уже скрыт недостаток. Пракрити материально. Пракрити не может существовать без Пуруши, не может давать плоды без Пуруши. Поскольку в нашем сердце есть в нашем теле есть атма, наше тело функционирует, оно имеет какую-то значимость, поскольку мы еще живы, поэтому мы живы. Но, то есть, когда он, Бхагаван повсюду говорит, что Пракрити — это материя, она без, не имеет сама по себе жизни. Она... Но здесь, когда он говорит о этом виде йоги, о санкхья-йоге, он говорит нечто иное. Он говорит, что сатва раджа тамагуна невидимая, но присутствуют во мне, и поэтому, то есть они заставляют вас действовать под их своим влиянием, они заставляют вас действовать. Несмотря на то, что их не видно, они присутствуют в этом мире. Влиять они могут только на Пурушу. То есть представьте, если бы не было Пуруши в материальном мире, чтобы, какой смысл бы был в них? Они сами по себе бы танцевали, что ли? Нет, то есть им необходимо живое существо, на которое они станут влиять. То есть как только атма входит в материальное тело, три гуна материальной природы заставляют танцевать вас под свою дудочку. И вот санкхья-йога утверждает, что существует 24 вида таттва, а кто-то говорит 28 видов таттв. Ну, как правило, говорят 24. Панча Кармендрия, Панча Гьянендрия, Панча Бута, Панча Танмантра, Танмантра. Так, получается уже 20. Джива, Карма, Кала и Бхагаван. Всего 24. Но можно еще добавить 4 таттвы. Ну, в целом 24. И, то есть этот мир состоит из этих 24 таттв. Однажды, когда я был маленький, мы пошли на фокусы. Фокусник там, казалось бы, разрезал девушку, разрезал человека. То есть сначала он разделил его тело на две части, а потом он каким-то чудом соединил. В Индии был очень знаменитый фокусник. Он прямо при людях, то есть ему не нужны были какие-то декорации, он прямо при людях в народе делал, показывал уже фокусы. Он прямо на вокзале однажды показывал фокусы, люди из поезда вылезли, чтобы посмотреть на фокусы, но он сделал как-то так, что поезд исчез. Однажды он сказал, посадите меня в железную клетку и выбросьте в океан. Люди сделали это, а потом каким-то чудом он появился на сцене.
иногда он опаздывал на концерт, ну, то есть на фокус, то есть, и тогда на него злились. То есть, почему вы, то есть, как, даже иностранцы, он даже для иностранцев выступал и опаздывал на свои собственные выступления, и его, ему выдвигали претензии. Вы что, не знаете? То есть, если вы обещали прийти в это время, почему вы опаздываете? И он говорил, чего взяли, что я опоздал? Посмотрите на свои часы. И на их часах время было так, что он пришел вовремя. Вы не думайте, что я сейчас прославляю этого фокусника, не думайте, что я в его славу говорю. Я просто говорю это к тому, что он... Если даже материальные фокусники могут такое, что может майя? Просто поразмышляйте об этом. Если какой-то фокусник-материалист такой может вытворять, то на что способна майя? Даже Шанкар, сам Шанкар, Бхагаван, не может бросить вызов майи, не может победить ее. Удава, ни санхи-йога, ни какая другая йога не могут удовлетворить меня, кроме бхакти-йоги. Я привык постоянно цитировать, то есть читать из Шримад-Бхагаватам, но сейчас в течение картики я очень занят харикатхой. С самого утра даю харикатху. Сатхьяя — это когда вы каждый день читаете Шримад-Бхагаватам для удовлетворения Бхагавана. То есть тут сейчас рассказывается, перечисляются виды служения, преданного служения. Для нас главный вид тапаси — это постные кадыши на Джанмаштами. Другие виды тапаси не были одобрены Прабхупадой. Более того, Прабхупад говорил, что если во время кадыши вы из-за поста чувствуете слабость и не можете свое служение выполнять, лучше вкусите просада и идите занимайтесь служением. Это потому что служение гораздо более важно. Более важно. Прабхупад до определенного возраста полностью постился на Экадаши, но затем преданные стали настаивать, чтобы он принимал просад после обеда. Немного, он совсем немного принял просада, и вечером 200 миллилитров молока. Завтра мы поговорим о том, как можно удовлетворить Бхагавана при помощи Юкта Вайраги.